Сам я родился в республике Коми, в городе Емва. Вот. Прожил там 17 лет, и судьба так распорядилась, что я уехал в город Пермь. Вот. И жил там 5 лет, учился в институте. Там же и начал заниматься карате кёкусинкай. После окончания этого вуза меня предлагали мне остаться в городе Пермь. Вот, или можно было уехать в город Свердловск. Но я решил, что я буду нужнее в республике Коми. На протяжении уже 19 лет, что существует наша федерация на территории республики Коми, мы в копилку нашей сборной страны дали не одного бойца, а уже более десятка. Много раз можно было остаться где-то в другой республике, в другом государстве, но меня что-то тянуло сюда. А тянуло именно то, что огромная любовь наших людей к природе, к своим городам. Вот. И вот эта вот доброта и отзывчивость, она делает свое дело. Возвращает людей обратно.